А здоров'я кожного до здорового громадства у Гомелі подвели выники инициативы, реализованные в рамках масштабного проекта международной технической допомоги «Белмед». Ее основная задача – пропаганда здорового ладу життя сярод людей с инвалидностью. Дмитрий Котов с подробязностями. Проект международной технической допомоги «Белмед» различены на 4 года. Полностью завершится на территории нашей страны у червени. У его рамках реализовано 25 инициатив. На выниковой конференции каждый из авторов поделится назапашенным опытом. Порой незначительные суммы приводили просто к прекрасным результатам, которые, в принципе, могут даже не быть бременем для местных бюджетов и могут быть использованы в любом районе республики. Инициатива «Здоровья кожного до здорового громадства» распошлась в 2018 году. За час проведения у ее было задействовано около 400 человек. И они стали удельниками сустреч, круглых столов, спартакиад и инклюзивных выстав. Дякуючи реализации проекта набыто спортивное обсталявание для Центра Олимпийского резерва по паралимпийских гульнях и специальный подъемник. А так само оказана допомога по створению безбарьерного осяроддя у территориальном центре социального обслуговывания населения Советского района. И хоть реализация проекта подошла до завершения, створены добрый зачин на будущее. Многие мероприятия, которые проводились в его рамках, дякуючи поддержке уладов, станут традиционными. Это будет, я думаю, что поддержано и горисполкомом, и поддерживаемо и облисполкомом. И вот именно важность и нужность таких, и даже некоторые мероприятия, такие как рабочие встречи в районах, они вот сейчас уже включены в план Комитета по труду, занятости и социальной защите облсполкома. И такие выезды совместные и органов власти, и общественных объединений будут и в этом году продолжены. Инициатива «Здоровья кожного до здорового громадства» доказала, что люди с инвалидностью здольны заниматься спортом и досягать поспехов, а их запал, энергетика и бодерость духу могут послужить прикладом для кожного. Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».